Давай, надо еще раз показать. Нет! Фух! Ну что, друзья, мне повезло, что цепанулось за уголок рта 6,5 кг. Да уж. Там еще много их, но мне кажется, что она просто откусит и все. Эту мы забираем домой на ужин себе и тому, кто нам отель сдает. С кем я на рыбалке был, кто мне спиннинг сломал. Вот. А сейчас, если еще поймаю, вот местные уже ждут. Сказали, никогда на рыбалке не были. Что за рыба? Я говорю, очень вкусная. Барракуда действительно очень вкусная рыба. И вот сейчас у меня другой спиннинг. И она может взять, но я думаю, что откусит. Но у меня есть железные поводки. Но это мы уже проходили. На железные поводки она просто не берет. В общем, опа, провалился. В общем, пробуем, друзья, пробуем. Играет он хоть? Да, играет. Но смотрим. Интересно, будет его брать или... Но у меня есть макрель. На барракуду точно пойдет. Как макрель-воблер. Все с собой. Не хочет. Вот хочу попробовать по тем камням пройти. А потом придется вон туда возвращаться и менять. Потому что все-таки думаю, макрелевый воблер, как макрель такой, он будет лучше. Ну, можно и резину тоже попробовать, в принципе. Резина точно сработает. Вроде мелко, но эти камни очень трудно идти. И волны. Опа, ну мы пройдем, мы это сделаем. Довольно неплохое место. Жалко не взять с собой воблеры. Ну ничего. Если откусит, вернусь, поставлю железный поводок. О, тарпона бы поймать. Был кроссовки, поэтому я в сандалях, у них скользкая подошва. И вот тут иногда такие немаленькие волны, поэтому надо найти позицию, упереться и стать ровно-ровно. Чтобы не улететь, вот они, волны какие тут, о, стягивают прям туда. Ну что, друзья, вот он воблер. Вот он риф, вот она барракуда. За риф бы не зацепить. И не хочет, да? Не хочет. Каждый раз сюда ходить, менять воблер, не знаю, по месту там попробую на поппер. Еще долго идти, а, неудобно. Не знаю, попробую на этот поппер, потом еще парочку попробую и... Я даже не знаю, как ловить ее, если на большие не берет. Резину тоже надо попробовать, далеко не хочу ходить. Наверное, коробку с собой в следующий раз возьму, сюда положу, точно. Но сейчас проверим, если она тут плавает. Вдруг на поппер возьмет. Вообще на поппер очень мало ловлю, поэтому особо ловить не умею я на поппер. Друзья, кто-то очень красивый заинтересовался моим воблером, поппером, но не клюнул. Значит, надо поменьше поппер ставить. Или играть получше. Ну, запутался, ну. Кто-то... О! Ну, это сарган, по-моему. Так, сейчас мы проверим.
Надо просто, наверное, проводку другую делать. Вот, друзья, та же самая проблема, что и с Кроиксом. Только я после Кроикса, конечно же, никуда не тыкал. Может, нечаянно где-то стукнул. И все, вот, кольцо режет. Надо менять катушку, спиннинг ставить на тот. Все. Надо этого крокодила почистить. Офигеть. Нож для дайвинга дешманский, за 2 дня заржавел, но удобно, вон, даже рыбку почистить можно. Вот так вот. Пришли местные, говорят, поймаешь, нам отдавай. С гарпунами плавают, с подводными ружьями. На Сейшелах нельзя было ловить, запрещено, а тут нормально. Ну, правда, мне там покидать хотелось. Вот этот воблерок поверхностный. Его бас очень любит в Англии. С собой коробочку. Положу сюда, где меньше брызгает. И попробуем. Местные уплыли. Ну, посмотрим. Один удар саргана был. Но большой флюр толстый. Так, бьет по кольцам узел. Зацепился за риф. Проплыл чуть-чуть. GoPro на голове. И тут такие камни. С камня соступил сразу метр вниз. Такие ямы. Но я дошел до конца. Я думаю, что что-то клюнет здесь неплохое. Посмотрите, где я стою. На краю рифа. Все, сейчас будет рыба. Надо встать попроще. Опа. Ой, красота. Вот так вот. Сейчас что-то будет. Или сарган. Или снука бы взять. Очень снука и тарпона хочется. Я думаю, тут надо на резину. Что-то было хорошее. Видел хвост. Или большой сарган, или маленькая барракуда. Но что вот она ведет и не берет. Надо найти, что ей надо. Посмотрим. Вот, друзья, кидал 5 минут. Вообще не по клевке. Начал жестко твичить. Но этот спиннинг мягкий. Блин, с ним трудно, он лососевый. А те все сломались, но... И сразу по клевка. Сразу. Завтра возьму другой спиннинг. Нет, завтра я на лодке. Послезавтра мы на это же место приедем. И жене тут понравилось. Тихо, спокойно, народа нету. Правда, до машины далеко. Вон где зонтики. Но все же. И попробуем закинуть с дроном пару раз. Большие воблеры у меня есть. Так, сейчас жена зацепит пару сарганов. Покажи свой класс. Наш класс, общий класс. Вперед. О, корона, корона рулит. Ну да. Сейчас мы дадим жару этой рыбе. Вперед. Ладно, куда мне идти? Вот туда. И кидай так в краешку от камней. Камни? Ну, рядом с камнями, да. Сейчас жена что-то поймает, какого-нибудь сарганчика, точно. Будет много паники. Сарган бешеный вообще. Там у жены не клевала. Пошла туда. Там у нее точно что-то возьмет. И вполне может такая же барракуда взять. Ну, такой кусманчик. Я думаю, что я не буду жарить. А сделаю филешку. Тут у нас будет лучок, майонез. Перчик, масло. Друзья, филешка. Такой позвоночник.
Вот, друзья, такие два кусочка я сейчас запеку в духовке. А эти 6 кусочков я пожарю. Так. Майонезик.
Так, здесь у нас фаренгейты, поэтому ставим 360, наверное, фаренгейтов. Это где-то будет 180 градусов. Заворачиваем. И где-то через минут 40 мы снимем фольгу и дадим ей еще без фольги запечься. Будем жарить в сухарях. Еще на минут 10 ее. Чтобы сверху. Ой. Все, конечно, вытекло. Вот, друзья, какой запах. О.